Всем привет! Всем привет! Сегодня София у нас за шеф-повара готовит нам завтрак. Папа пошел в магазин, София ему сказала, что купить надо. Я постель стелю, а София тут на кухне завтрак готовит. Ну, рассказывай, чем ты сегодня нас будешь кормить? Самый вкусный в мире омлет. Угу. Хорошо. Помочь надо? Ну, пока что нет. Вон папа наш идет. А на улице у нас все растаяло, вся красивая красота ушла. На улице дождик вчера был. Так, ну что, Соф, ты уже сделала? Мне еще сюда надо будет кое-что добавить. Вот, и... А кое-что это что? Ветчина. А, ветчина? Угу. Да. И сырок там. Я просто... Когда ты такое готовила? Не, ну сырок добавляется, когда уже это все проготовится, а сверху потом добавляется. Папа, привет! Привет, привет! И ты уходил, тебя нету, было, мне было полчаса, чтобы ты вот такой пакетик принес? Да, ужас. Я Тимонин зашел, там толпа такая, она одна, блин. Другая там этот товар расфасовывает, не может принять, что ли? Ну, человек 10, наверное, стояло, блин. И все набирают этими пакетами, сладости все. А ветчину где купил? А вот. Ветчину где купил? В этом купе. Не жирная, надеюсь? Ну, не надо, ветчину. Так, ветчину Софии. Так, папа купил сыр. Чё, российский, бабушкина. Крым какой-то, так. Это салат из свеклы и сок. Так, ну ладно, дочь, готовь давай. Софичка нам приготовила завтрак. Вот так это выглядит. Замечательно. Омлет с ветчиной. А с помидорами, сырами. 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 Сосиски. Так, София тут еще что-то делала. Вчера купили гренки, и она сделала какой-то соус. А что за соус? Острый соус. Вау. Давай пробуй. А что там? Томатная паста, еще что? Так, ну ладно, мы будем... Всем приятного аппетита. Будем садиться завтракать, да, всем тоже приятного аппетита, кто кушает. Вчера София принесла вот такого вот мишку красивого. Ей подарил одноклассник Арсений. Классный. Он на день рождения в том году Софии подарил вот такого вот басика. Девочку такую красивую, миленькую. А на Новый год такого мишку. Все, теперь София с ним не расстается. Так, а мы собрались куда? Мы собрались в магазин. А, хотим посмотреть Софии сережки золотые. На ней они есть? Покажи свои сережки. Вот такие вот. Убери ручку. Вот такие вот. Но они очень неудобные. Блин, София, может быть, ты шапку поменяешь? Мне нужно заказать ролик для это, катушек. Прям или капюшон надень. Прям вообще, посмотрите, шапка прям вся в катушках. Вы посмотрите, ужас какой-то. Надо купить машинку мне в Альберте. Вот, и очень неудобные ей вот эти вот сережки. Они очень сильно зацепляются за волосы, сами расстегиваются ночью. Вот, очень неудобные. Если честно, они уже все кривые стали, потому что их надевать тоже сложно. И это, мы когда ездили, Паша чехол покупали на телефон, смотрели сережки, но Паша сказал, давай лучше Софии, потому что София примерить должна и посмотреть, удобно ей или нет. Так что сегодня мы решили съездить посмотреть Софии сережечки. Не знаю, понравится, не понравится, но посмотрим. Так, пап, ты идешь? Он тут все своими часами разбирается. Давай, мы уже готовы. Ну, молодцы. Ну да. Так, блин, ну что такое? Вот только сегодня утром протирала зеркало. Ну, это вообще невозможно. Так, ну все, в принципе, я уже готова. Да, все. Пусть убирается. Он убирается? Дед наш. Да, под диван залетел. А у нас тепло? Хорошо.
Солнышко выходит, заходит. Может, еще снежочек будет? Мы хотим покататься, съездить на горках. Да? Я говорю, хотим на горках покататься, съездить. Снег еще будет? Пойдемте быстрее, машина едет, дочь. А ты что, переставил, что ли, машину? Мы вчера ж по... Все, мы приехали в галерею. С Потапом. С Потапом, да. Где там папа? Мои игры. Бравл Старс, пап. Еще какая-то игра. Демон или ангел. Том и его друзья, ТикТок и еще какая-то. А ты, Саня, в какую игру играешь? Пап, вчера играла. И что, как тебе нравится? Да, где-то 3 раза. Но она сказала, у нее мало концертов, и я ее попросила ее написать, когда она будет свободна и уже зарядится телефон. Понятно. Да? Ну где он там, что он? А, он не выходит, там машины едут, зай. Ждет, когда проедет. Выбирает себе браслет. Сердечком покажи поближе, какие у тебя. Такое сердечко. А это какое? Это бантик, да? Да. Сердечко. София выбрала браслет себе и сережки. Сейчас мы оплатим и покажем вам. Так, ну что, все, купили мы. Давай, показываем. Вот такие София взяла гвоздики, золотые, фианитики, белый и зеленый. Такой получилось это, цветочек красивый. Удобно? Да. Так, и купили мы вот такой вот браслетик серебряный, с такой вот, с таким сердечком София выбрала. Ты рада? Да. Что надо сказать? Спасибо большое. Пожалуйста. Так, а нам нужно найти подарок для Арсения. Сейчас пойдем искать. Пойдем, дочь. Да, пошли искать подарок для Арсения. Пошли, пошли. Он тебе неудобно будет, он будет большой, понимаешь? Кто? Если я покрою. Зай, мы закажем в этом Валбересе, хорошо? Ладно? Все. Папа кофе хочет, да? Жарко у нас. Надо было в машине куртку тебе оставить. Да кто знал, вы же как эти метеоры. О, быстрее, быстрее. А я куртку в машине оставила, кстати. И побежала, блин. Да. Я вас догонял потом. Какая у нас тут красота. Деревня Деда Мороза. Мы в детском мире. София выбрала уже подарочек. Колготки нам нужно еще купить, не забудь. Здесь нету, не нашла в детском мире, которые нам нужны. Где в магазин Зака? Арбуз, точно? Точно. Чего только нет. Да? На кассу? Пошли. Длинная, не знаю. Пойдем там в очередь. Чем? Маска?
бокальчики, что ли, такие? Ну-ка, крышечку, пробуй открыть. Нет? Ой, красота какая. Ага. Прикольно. Все, взял кофе. Пошлите, все. За колгашами. Ну, как раз вон пойдем на выход. И в Зару. Тебе надо посмотреть перчатки же. И это, пойдешь когда на улицу и захвати этот, как его, паспорт. Давай в следующий раз. Когда в следующий раз? Не хочу сегодня. Все. А что, ты устал? Да. Какой я? Все, домой едем. Папа бедный уже устал. Надо было ему симку на телефон сделать. Он даже уже не хочет. Бедный. Замаяли его. Все, пошли. Сзади тоже. О, какая елка тут. Ребята, здравствуйте. Извиняюсь, что я так фильмую. Я сам художник, вот книги распространяю. Короче, залечили Пашка. Пошли. Где Софа? Ну пошлите быстрее в машину, на куртку. Ого! На, быстрее, надевай курточку. Куртку надевай. Пойдемте, ладно. Какая красота. На улице снежочек пошел. Мы проезжаем парк Галицкого. Тут, как всегда, все сияет, все красиво. Красота. Приехали к однокласснику, сейчас ждем, он выйдет, передадим ему пакетик и поедем домой. Холодно? Снег как искусственный снег. А, кстати, сегодня папа говорил, когда выходил, а? Папа сегодня говорил, это снег, говорит, пошел как пенопласт, маленькие-маленькие кружочки, говорит. Пошли, все, София, чек. Домой, кушать. Есть. Тихо-тихо, не еда. Упади скользко. А, еда. Знаете, какая моя... какая у меня подружка ЛП? Какая? Еда. Еда? А, кстати, все, София подарила Арсению подарочек. Ему очень понравилось, София очень рада. Ну что, все, мы спокойно душой идем домой кушать, отдыхать. Нормально играть? Да. Да? Уже час лежит в комнате. Красотища-то какая. Лепота. А, да, кстати, сейчас покажу, что на улице Паша выходил и говорит, такая красота. Хорошо, да? Ну да, потихонечку уже все. Ну. Ну. Поздно ты вышла, поздно. Ну ладно. Снежочек идет, классно. Давай садиться. Какую лодку? Я уже на другом берегу вообще-то. Может, чуть-чуть отдохнешь, Соф, от телефона? Нет. Чего нет? Сколько вы уже играете, Ань, по времени? Да уже, блин, 2.5 часа. Хвай, уже Ира вон ругается. Точно. Будь здоров, пап. Уже папа чихает. Он чихает, потому что он говорит нам еще играть. Давайте, все, отдыхайте уже. Это играет. Этот видюхи смотрит. Меня не хватает еще с телефоном, да? Блин, что так долго обновляется он? Я уже, честно, спать хочу. Пока сейчас дождусь. Ну, конечно, ты нет. В игру свою рубишься. Надо уже все, ложиться спать.
ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока, до завтра. Да, друзья, всем пока-пока, всем до завтра.